В детстве я считала себя особенной. Не такой, как другие. Но, повзрослев, поняла, что я всего лишь человек. Неужели вы правда чувствуете запах чужих эмоций? Да. Стыд. Вина. Гнев. Я могу учуять все это. Кто ты? Тебе предстоит многое узнать. Ты отличаешься от других. Поверь только в лучшую сторону. Я представляла, что здесь танцуют эльфы. Как в сказке. Такие мысли свойственны человеку. Я не хочу жить, как прежде. У нас с тобой есть предназначение. «На границе миров» в кинотеатрах с 25 октября.